Hey, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Cover Fire, Underground Zombie, второй день, второй этап, давайте пробовать проходить. Ну что же, у нас здесь кровавые вагоны метро. Это Underground, детка. Давайте попробуем, что у нас здесь за Underground жесткий, да? Но это как всегда, слушай, у нас тут по-другому не получается с ним. Поэтому у нас всегда с ним одна и та же лютейшая драка. И прикладом. Тихо, тихо, тихо. Ну люто, люто. По-моему, в данный момент конкретно мы точно с вами справились. Так, идем дальше. Первый этап прошел. Давайте три карты. Я решил золото не тратить. Если золото будет выпадать, пошли один нахрен. Мы его тратить и явно не будем. Не вижу в этом смысла. Я лучше подкоплю и куплю какой-то годный кейс. Поехали. Второй тикет использовали. Второй этап получили. Принимай. Ох, там толпа-то, слушай. Успевай просто раздавать. Балдеж, вот и бы они бы так почаще ходили, это прям вообще идеально. Ты посмотри, ля какие, просто ложатся один в один. Максимально быстрый, рекордный проход миссии. Отвечаю, быстрее меня никто эту миссию ни разу не проходил. Голду не выбил в этот раз, что сделаешь, не повезло. Ну и тратить ее нету смысла. Да, возможно, там можно было две штучки выиграть, ну а возможно и нет. Поэтому хз, не знаю, такое себе. Чувак, ты живой? Да, ни хрена себе. Я и не видел, что ты живой. Это мне нельзя, чтобы его сожрали еще. Ничего себе, они прям люто усложнили в этот раз. Ну, кайфос. Там кто-то может идти или нет? Ля, смотри, я здесь так прям присмотрел ловкий момент. И между окон там и убили, и не нужно к себе подпускать. Так, давайте с этой стороны зайдем в этот раз. О, еще один слиток. Порядок. Пойдет. Третий тикет. Не, ну от музона они, конечно, подобрали идеально зачетный. Не, ля какие. Ля какие за мяском бегут. Мясо вам здесь сегодня никто давать не будет. Так, еще одна краля бежит. Ну, мы ее спасем, конечно же. А куда ты там... Куда ты в двери-то голову свою засунула? Ты что, сумасшедшая? Ля, смотри, что делает. Раком стала. В дверь голову просунула и стоит тусит. Это вообще адекватно? Напиши-ка в комментариях. По-моему, нет. Я в шоке. Так, ля, если мы сейчас так сделаем... Не подфартило. Я-то надеялся, что если я каждый раз буду менять что-то, мне прям подфартит жестко. Но, увы, нет. Причехон, кстати, у моей героини обалденный. Ля, какая пушка у нее? Я раньше не замечал. Ты видал, какая она? Ля, какая? Гвозди торчат. Вообще пушечка огонь. Я как-то и не заметил изначально, что там доска-то прибита. Балдеж. Я когда-то этого убью или нет? Я не знаю, какая у меня должна быть прокачка на пушке, чтобы я его убил. Но, по-моему, здесь это невозможно. Либо перетыкал, либо завтыкал. Одно из двух. Ля, какие? Вы что, посильнее стали? Ля, смотри, надо все в голову давать, иначе уже не вынесешь в тело. Уже посильнее пошли. Надо быть аккуратнее, аккуратнее. Два золота, балдеж. Четыре голды уже с ивента выбил. Хорошо. Это при том, что еще не в каждой выбил. Так, а что, все, да? В смысле? Видишь, не зря я золото собирал. Ля какие. Чтобы выполнить полностью, тебе надо две голды. А у меня голды-то как раз-таки хватает на два тикета. Ну, то есть, один тикет стоит 10 золота. И бесплатно в день тебе дают только 5. Соответственно, если ты хочешь полностью закончить ивент, копи золото, друг. Копи, иначе не судьба.
Ну а не закончишь ивент, какой смысл вообще был его начинать, правильно? Вот и я не понимаю. Ля, какие, как вас много. Ля. Ну вот прям, да, это прям вплотную. Смотри, еле успеваю я выносить. Обойма маленькая, обоймы недостаточно. Но тем не менее, 3 звезды. Так, ну и этот, по идее, тоже. Ну если я сейчас золото выбью, это отлично. Да, я выбил 2 единицы золота, это хорошо. Получается, на завтрашний день уже не будет у меня. Так, здесь еще один тикет мы покупаем. И каким-то образом надо подкопить золото. Значит, нужно... А, ля какой, ты что там взялся, откуда вы? Надо подкопить золото, иначе не смогу я вам полностью показать весь ивент. Разработчики CoverFire все еще молчат, не отвечают мне. За обновление и выход в Steam они мне быстро написали. Получается, ля, просрал. Не, ля, успел, балдеж. А как мне дать какой-то контрактик на бонус и что-то подобное, так это от них не дождешься. Вот это мне не нравится. Так, давайте рулот сделаем. Хорошо. Так, ну что? Давайте еще 2 голды, да? Нет? Да, балдеж, плюс 2 голды. Вот это мне нравится. Так, получается я за 10 голды, ладно, пардон, все. Чуть-чуть ошибочка вышла. За 10 голды ты покупаешь не один тикет, а целых 5. Поэтому у нас была ошибочка. Ну тогда нормально. У меня еще в запасе 33. Но это 3 тикета, конечно, сгорят в никуда. Обидно, но чего уж тут сделаешь. Тогда, по крайней мере, мы сможем полностью выполнить это задание. Это очень хорошо. Если тебе понравился видос, с тебя Лукас. Пару комментариев внизу и приходи на следующий видос уже завтра. Спасибо, пока-пока.